Всем привет. Включайте пока камеры потихонечку. Звук я вам уже отключил, поэтому голосом вы мне сказать не сможете, как у вас дела, и поздороваться тоже. Но камеры очень важно, чтобы были. Давайте с вами начинать. Приготовьте, пожалуйста, свои ежедневники, приготовьте, пожалуйста, свои ручки, приготовьте, пожалуйста, пространство, в котором вы сегодня будете находиться, чтобы вас никто не отвлекал. На следующий час я ваш, а вы мои. По регламенту, скорее всего, мы даже, может, чуть пораньше закончим, но рассчитывайте на час с ответами на вопросы и остальными нюансами. Кстати, по поводу вопросов. Все вопросы, которые у вас будут, записывайте себе обязательно. Я на все ваши вопросы отвечу в конце нашего с вами мероприятия. То есть в конце будет блок, я буду отвечать на вопросы, и как быстро на вопрос отвечу, так быстро мы и закончим. Но важный момент, во время мероприятия на вопросы я ваши отвечать не буду. Поэтому запишите себе все моменты, которые у вас есть. Окей, поехали. По поводу ступени, пометьте себе. Инструкторский интенсив, часть 13, дуплицирование себя и своей команды. Можете даже, не знаю, как-то выделить для себя, чтобы она не потерялась, потому что потом все эти навыки и данные вы будете передавать и знания своим нижестоящим, потому что ступень очень важна. Коротко о дуплицировании, перед тем, как расскажу, что это такое, что это за метод и чем мы будем заниматься, я хочу, чтобы вы мои контактные данные переписали. Если мы не знакомы с вами или у вас нет моих контактных данных, запишите. Зовут меня Уткин Артем Андреевич, я являюсь управляющим партнером филиала номер 3 в городе Санкт-Петербурге. Опыт работы мой уже 8 лет, приходил я в июле 2012 года, на направление консультанта по работе с клиентами. Был консультантом, работал консультантом 13 дней, за 13 дней сделал товарооборот в 57 тысяч рублей, ну и, соответственно, стал помощником руководителя. Через 2 месяца товарооборот уже был больше 100 тысяч, был руководителем отдела продаж, и через 6 месяцев я стал самым молодым и быстрым старшим менеджером на тот момент в истории организации с товарооборотом чуть больше 400 тысяч рублей. За год стал директором, сейчас являюсь управляющим партнером, офис я открыл 4 года назад. То есть через 4 года работы у меня уже был филиал. По меркам текущей работы это долго, это много, потому что все управляющие, они сейчас открыли филиалы намного быстрее, но у меня получилось именно вот так вот. У вас тоже получится быстрее, просто потому что система не стоит на месте, и есть возможность открывать филиалы сейчас очень быстро, если вы растете, товарооборот у вас есть. Может быть и дольше, то есть все зависит здесь от вас. Коротко о себе, в принципе, наверное, это все по планам. 12 директорских групп первого поколения по маркетинг-плану компании Oriflame. Это звание исполнительного директора. Ну и, соответственно, дальнейшая уже карьера и бизнес в других странах. Данные мои, номер телефона запишите. Это номер телефона Санкт-Петербургский. Звоните, если есть вопросы, на все отвечу, все расскажу, все покажу, все объясню. И ссылочка ВКонтакте. Ссылочка ВКонтакте запишите ее обязательно, она вам понадобится, потому что в конце мероприятия у вас будет домашнее задание, которое нужно будет, соответственно, сделать, и ссылка вам понадобится. Ну, плюс вопросы, которые у вас будут, можно туда адресовывать. Поехали. По поводу дуплицирования. Что же это такое? Запишите себе. Дуплицирование – это метод рекрутирования. Неудивительно, да? Что же это за метод рекрутирования такое? Дуплицирование – метод рекрутирования, основанный на приглашении знакомых, знакомых и друзей. Это очень важно, чтобы вы сейчас это поняли и для себя зафиксировали. Я объясню, почему. Сейчас у вас, как у руководителей, есть уже все преимущества лидерского состава. Вы можете участвовать в старших мероприятиях, вы можете набирать персонал, вы можете работать с этим персоналом. Вы можете все. У консультантов такой возможности нет. Но есть бонусная часть, и я хочу, чтобы вы это для себя уяснили раз и навсегда. То, что консультанты имеют право рекрутировать, когда не консультанты, только знакомых. И мы им этим самым помогаем, потому что у нас есть дуплицирование. Благодаря дуплицированию они начинают больше зарабатывать, у них появляется команда, они чувствуют себя счастливыми, возможно, возможно и нет. А самое главное, понимают, что здесь платят деньги за то, как хорошо ты умеешь приглашать знакомых на их уровне.
Окей, дуплицирование. Чем поможет, какие плюсы и минусы есть? Как в любом методе рекрутирования, дуплицирование есть плюсы, есть минусы. Для кого-то минусы могут быть плюсами, а плюсы могут быть минусами. Это абсолютно нормально. Я вам говорю какие-то азы, основные моменты, которые нужно, чтобы вы понимали. Плюсы. Запишите себе, потому что потом это передавать и для себя, и для домашнего задания, и так далее. Первое и самое главное – это бесплатно. 0 рублей 0 копеек. По сравнению с другими платными методами рекрутирования или в целом с рекрутированием. Где-то нужно покупать сим-карты, создавать страницы. Где-то нужно тратить время, регистрироваться на сайтах. Это тоже платно. Платно, то есть ты время тратишь какое-то. То есть денежная составляющая есть и тайминговая составляющая есть. Дуплицирование это бесплатно. И какой-то супер уровень подготовки здесь не нужен. Единственное, что нужно, чтобы уметь дуплицировать, это первое, хорошо продавать, второе, это шаблоны. Шаблоны я сегодня вам дам, продавать я сегодня вас научу. Хороший портрет. Большинство людей, которые приходят, это хороший портрет. Почему? Потому что знакомые знакомых. Потому что ВКонтакте у нас обычно друзья, мы дуплицирование делаем в большей части ВКонтакте. ВКонтакте у нас в друзьях обычно адекватные люди. Ну или мы их считаем адекватными. Причем бывает такое, что ты сам не особо портрет, но у тебя по дуплицированию приходит более лучший портрет. Откуда я знаю? Я в свое время дуплицирование, так скажем, возродил, потому что его не было. Мы его где-то реабилитировали году, наверное, в 13-14 с подачи Владимира Олеговича. И когда я ставил этот метод рекрутирования, да, я начинал дуплицировать не только консультантов, потому что дуплицировать ты можешь всех. Дуплицировал себя обязательно. Я продуплицировал всех консультантов, я продуплицировал всех своих друзей, всех знакомых, всех бывших консультантов. Короче, кого можно было продуплицировать, собрать страницу ВКонтакте, я у всех это забрал и всех сделал. Таким образом, дуплицирование привело к тому, что у меня появилось вот так вот просто 13-е поколение в глубину. То есть первый, второй, третий, четвертый, 13-е поколение консультантов в глубину. Так выходила у меня директорская группа, так у моих ребят были феноменально большие результаты, так получалось делать огромные команды, красивые портретники и товарооборотные. То есть дуплицирование я всегда рекрутировал, я знаю, что это такое, и более того скажу, что вот если освоить этот метод, то в принципе остальные моменты в плане рекрутирования вам и не буду требоваться, об этом чуть попозже. Соискатели теплые, потому что это знакомые. Они уже более-менее все понимают, их знакомые здесь работают, более-менее знают. Они такие хорошие, красивые, готовые, сладкие пирожки. Высокое КПД оформлений. Почему? У тебя работает здесь знакомый. Больше доверия, больше вероятность того, что ты оформишься и будешь работать. И уже проверили, ну, значит, если пока тебя на органы не продали, значит, все нормально и все хорошо. Поэтому КПД оформлений больше. И сплоченная команда. Друзья не так общаются. Тут у них еще и одна общая работа. Поэтому команда уже... Им не нужно под себя подстраиваться, искать или под кого-то еще. Искать какие-то точки соприкосновения. Нет. Чего им нужно, это единственное, просто работать. Это касаемо плюсов. И высокий средний товарооборот, ну... Или средний балл по-другому. Товарооборот выше, потому что это команда друзей, и все заинтересованы вот так по цепочке в результатах как наверху, так и внизу. Наверху, потому что спонсор представляешь, и чем лучше у тебя руководитель, тем выше, чем выше по званию, тем ты в более классной, крутой команде, так назовем. Чем выше результаты у тебя, соответственно, тем больше рад спонсор, наставник и так далее. А поскольку это все знакомые друзья, у всех, грубо говоря, есть взаимовыгодные отношения какие-никакие. Минусы. Главный основной навык нужно иметь. Чтобы продавать дуплицирование, чтобы дуплицировать, нужно иметь навык встраивать его. Надо уметь правильно преподнести информацию, нужно уметь правильно говорить и рассказывать, зачем это нужно. Это я вас сегодня научу, этому я вас сегодня научу, но еще раз, это время. Кстати, камеры не выключайте, камеры должны быть у вас всегда включены. И самый основной, наверное, момент в плане минуса – нет людей. Нет конфеток. Если у вас нет людей, то дуплицировать вам, в принципе, некого. Я, конечно, напоминаю, что мы дуплицируем себя. Сразу, кстати, ремарку, наверное, сделаем. Запишите себе дуплицировать себя 2 раза в год. То есть 2 раза в год вы всех своих друзей ВКонтакте прописываете. Все. Зачем? Во-первых, до этого могла быть не нужна работа, а сейчас нужна. Это очень часто так. Во-вторых, у вас появляется кто-то новый в друзьях. Третье. У вас появляется большое количество консультантов, друзей, которые ушли, но не готовы вернуться, им просто не предлагают. Четвертое, пятое, десятое. Очень много моментов, поэтому дуплицируйте себя 2 раза в год. Когда эти 2 раза? Я вам скажу. Первый. После 5 января,
потому что все выходят из зимней спячки, всем нужны деньги, все все продарили, пробухали, проели, нужны бабки. И второе, это в начале июня. Почему? Учеба заканчивается, ЕГЭ заканчивается, 11-9 класс заканчивается, колледжи заканчиваются, сессии и все остальное. Поэтому два раза. Ну, грубо говоря, с перерывом в полгода вы это делаете. И, соответственно, все вопросы можете решать с дуплицированием своих людей таким же форматом. То есть, дуплицируете консультанта, через полгода он стал там лидером или еще кого-то, еще через полгода дуплицируете его, если он сам не может. В общем, каждые полгода можно дуплицировать всех своих друзей, команду и так далее, потому что все меняется. Ты зашел в организацию к этому человеку, он у тебя не заказал, на следующий день зашел, он у тебя заказал. Почему? Настроение и множество других факторов. Но сразу понимайте, это не основной метод рекрутирования. Не основной, потому что нет людей, не продуплицируешь. Но, с другой стороны, если ты умеешь правильно дуплицировать, у тебя есть хотя бы один человек в команде, и ты можешь из него сделать два. Почему именно дуплицирование, а не дуплицирование? Ты не копируешь, ты просто из человека получаешь других людей. Дуплёшка, дуплет. Соответственно, ты можешь использовать это как основной метод рекрутирования. Но важно, чтобы тогда у тебя было четко, классно настроено дуплицирование, и ты понимал, что да, у меня все получается, у меня если один человек, то точно из него еще один получится. Потому что у большинства это не всегда получается. По поводу ошибок явных и неявных. Запишите себе ошибки. Так, с явными и неявными ошибками. Тут тоже все просто, да. Первое, не дуплицировать в первую неделю. Вот это вот самая явная ошибка. Почему? Рекомендация. Вот вы записали себе не дуплицировать в первую неделю, это ошибка, да? В скобочках для себя пометьте, да, как правило, так скажем. Мы говорим ошибку и сразу правило. Вы сами додумать можете, но я буду за вас говорить, но, наверное, вы уже там все сами прописали и подготовили. Дуплицировать в первую неделю. А лучше рекомендация в первые два дня. Вот это самая большая рекомендация, которую я могу дать как человек, который по дуплицированию имел огромное количество людей и огромное количество званий. Первые два дня. Человек пришел, подписал договор, на следующий день его дуплицируем, не отходя от кассы. Потому что если он успеет там уйти, слиться, передумать, задумать, вы потеряли человека, его дуплицировали. А если вы пришли, продуплицировали, от него пришли люди, то уже в этом каталоге будет товарооборот у ваших людей, будет товарооборот у вас, будет товарооборот у человека, которого вы продуплицировали, и будут мани-мани. Поэтому ошибка не дуплицировать в первую неделю. За правило я бы взял дуплицировать в первые два дня. Человек пришел, поехали. Можно в этот день, если смелости хватает. Делал ли я так? Да, делал. Все ли соглашались? Не всегда, честно. Вторая явная ошибка – это дуплицировать на выбор. Запишите себе дуплицировать на выбор и в скобочках тоже себе пометьте. То, что дуплицировать всех – это важно. Обязательно, сколько бы лет ему не было, из какого бы он города не был, какой бы он был красивый или некрасивый, дуплицируй всех. Причина простая, вы не знаете, кто у него знакомый. Я видел много и часто такие случаи, что консультант такой, на любителя, а друзья у него феноменальные. Есть красивые, есть портретные, есть умные. То есть вы не можете судить за человека. И если ему 40 лет, мы тоже дуплицируем. У него могут быть молодые в друзьях, могут быть дети и так далее. У меня такое часто было, да, я всегда стараюсь, когда консультанты появляются, дуплицировать, своих призываю к этому. Девочка работала у меня, звали ее Катя Заикина. Ей было 38 лет на тот момент. Соответственно, сейчас ей, по-моему, 42. Все замечательно, я продуплицировал, у нее дочка пришла, они вместе с дочкой работали здесь. Ну, коротко, да, Даша Радко ее зовут, звали. Ну, я думаю, с ней все хорошо, но они не работают. Это просто как пример дуплицирования, уже семей пошли. Шутки ради, у моего шестоящего наставника, Воробьева Кирилла Игоревича, мама была старшим менеджером, мама работала у него в структуре. И папа, кстати, по-моему, начинал работать, я не помню, но я ему собеседование вел, это я точно помню. То есть родители даже работали, почему нет? Давай дуплицировать самостоятельно, аналогично, очень явная такая ошибка, ни в коем случае. Он говорит, да я сам напишу, да я там справлюсь, да мне вот это, пятое, десятое и так далее. Фигня.
Табу. Нельзя. Дуплицируйте сами. Не надо никому доверять, типа, всех все продуплицируют, все все сделают, все красавчики, все все умеют. Булшит. Не работает. Дуплицируем сами. Потому что если не вы, то буду делать через задницу. Я знаю, я проверял. Есть скрытые ошибки. Для себя тоже. Да, вот здесь вот пометьте, что где вы записали, давай дуплицировать самостоятельно, да, в скобочках запишите, дуплицировать самому. Не давать дуплицировать консультанту или еще что-то нельзя, табу. Делайте сами, потому что вы будете писать всем. Я себя первый раз, ну, вот когда дуплицирование началось, я первый раз дуплицировал. У меня первый консультант мой, это мой друг. Да и второй, по-моему, тоже. Соответственно, я когда приходил, да, я сразу друзей мне сказали, можно. Я говорю, ну кайф, начал приглашать. И у меня было где-то, наверное, друзей 230-250 ВКонтакте. Я написал, угадайте, скольки. 8 человек. Я написал только 8. И из них сколько пришло на собеседование? Раньше нужно было в офис приходить на собеседование, сейчас не так. 0. Никто. И потом еще говорил, ой, дуплицирование не работает, это все непонятно и так далее. Правда, это раньше называлось не дуплицирование, а MLM 3.0. Ну ладно, это не важно. А когда я прописал всех знакомых, ну, у меня переработала половина знакомых, наверное, моих. Так. Ну, не половина, ну, в общем, много. Много знакомых переработало здесь у меня. Все добились разных результатов. Кто-то добился многого, кто-то ничего. Но ни в коем случае, еще раз, не давайте дуплицировать людям себя самих. Потому что они не всем будут писать. По поводу скрытых ошибок. Первое, зависать на странице, пометьте себе. То есть это реально проблема. Когда ты заходишь, ой, надо почитать там, кто же мне что написал, посмотреть фотографии, позаниматься еще каким-то непонятным занятием. Нет, вы зашли, сделали работу, ушли. Иначе это будет дуплицирование одной страницы, там, ну, грубо говоря, ты можешь справиться за полчаса. Зависит от знакомых, в среднем полчаса. Ну, знакомых, только друзей у него ВКонтакте. А некоторые растягивают это удовольствие в целый день, 8 часов. Я такое видел. Я видел, как человек рекрутировал, ну, еще к странице, когда рекрутировал, рекрутировали инструктор. 5 страниц рекрутировал 8 часов. 8, Карл. Я спрашиваю, как ты? Он говорит, ну, я что-то ждал, пока мне ответят. Налил себе чашечку кофе, ну вот это вот вся. Нет задач после окончания дуплицирования, тоже проблема. Когда дуплицируете-то вы, но потом вы со страницы уходите, и если не дали задачу консультанту, это будет паническая атака, весь поток он сольет. Поэтому обязательно нужно в конце давать конкретный план по задаче. Ну, в принципе, это основа, алгоритм. Поехали по алгоритму. Что же нужно делать? Запишите себе алгоритм. Действия, которые мы делаем. Первое. Предварительные ласки. С ласками тут все понятно. Да, ни хрена не понятно. Объясняю. Нужно встретиться или созвониться с ним. Зачем? Нужно заинтриговать, что у вас будет дуплицирование. Да? То есть первый момент предварительные ласки. Позвонили, встретились, говорите, смотри, слушай, не говорите, что мы будем тебя дуплицировать. Ни хера не поймет, придется объяснять, что такое дуплицирование. Просто говорите, смотри, тебе повезло. Сегодня я покажу тебе, как ты можешь зарабатывать деньги, не раздавая каталоги. Я тебе покажу, как у тебя уже сейчас может быть команда. Мы сделаем тебе команду, учитывая то, что ты консультант. Ты хочешь иметь команду? Хочешь руководящий состав? Хочешь получать деньги за то, что ты просто, ну, грубо говоря, имеешь команду, будучи консультантом, хотя тебе нельзя ее иметь. Заинтриговали. Основная задача продать в данном случае то, что команда, деньги, без раздачи каталогов и там остальные ковришки типа роста по карьере быстрого. Потому что когда у тебя есть консультант и ты сам консультант, то ты можешь закрывать несколько ступеней карьерной лестницы за один подход, так скажем. Это первое действие. Второе. Продажа дуплицирования. Когда вы заинтриговали его, нужно продать офигенски дуплицирование. Заинтриговали, говоришь, смотри, все это делается с помощью того, что мы сегодня с тобой будем приглашать твоих знакомых. У тебя 100% есть знакомые, мы не знаем, нужна им работа или нет, поэтому сегодня мы будем предлагать твоим знакомым прийти сюда и работать вместе с тобой. Кстати, ты, наверное, не знал, но по данным Росстата, большая часть людей в городе Санкт-Петербург находят работу
по знакомству. Там работают или там их родственники, или друзья, или просто им посоветовали, потому что там работали. То есть большинство людей находят работу именно по знакомству, по рекомендациям. Что у тебя будет? Сегодня мы будем приглашать твоих знакомых, у тебя появятся люди в команде. Будучи консультантом, ты будешь иметь людей в своей команде. В этом же каталоге ты уже заработаешь деньги не только со своих продаж, а с продаж твоей команды. То есть, чем лучше они будут работать, тем больше тебе компания заплатит за то, что они работают. Важно, не из их кармана, а компания платит из своих фондов тебе за то, что ты пригласил знакомых. Более того, тебе не придется с ними работать, потому что ты консультант. С ними работать буду я, деньги получать будешь ты. Вот все, что я сейчас говорю, это вы должны как-то для себя тезисно записывать или цитировать. В принципе, здесь написано, но я более подробно разжевываю. Это то, как вы объясняете ему, что же тут происходит-то в целом. Деньги ты получишь уже в этом каталоге, и не только за продажи, а за то, что пригласил их, и за то, что они работали. И это поможет тебе быстрее подняться по карьерной лестнице. Ты все понял? Да. Хочешь? Да. Не хочу? Неважно, делаем. Третий момент. Плюсы работы со знакомыми, да? Продаете плюсы работы со знакомыми. Ты говоришь, смотри, когда помимо всего того, что я сказал, еще у тебя будут плюсы. Когда они сюда придут, работать с ними буду я. Деньги получаешь ты, я уже это сказал. Их результат, их товарооборот равно твой результат, твой товарооборот. Чем лучше у них дела, тем лучше у тебя дела. Чем больше они зарабатывают, тем больше зарабатываешь ты. Это важно. Маркетинг здесь устроен таким образом, что чем лучше у твоей команды обстоят дела, тем лучше у тебя. Поэтому не важно, сколько зарабатываешь ты, важно, сколько зарабатывают твои люди. И аналогично, даже если у тебя будут консультанты, и у твоих консультантов будут консультанты, не даже если, а когда так будет, и так далее. Вся вот эта глубина, она приносит тебе товарооборот, а следовательно, рубли, то есть деньги. Это важные моменты. Ну и сразу понимаешь, что знакомым работать интереснее. Ну согласись, вместе раздавать каталоги уже весело будет, вместе там с мероприятий домой будете ездить, если есть мероприятия какие-то, и мы не полностью в онлайне работаем. Вот это вот плюсы продаете их и объясняете. Четвертое. После того, как мы заинтриговали, сделали предварительные ласки, созвонили, встретились, после того, как мы продали дуплицирование, после того, как мы продали плюсы работы со знакомыми, что ты с этого получишь, мы даем проводку в будущую. Смотри, говоришь, если все будет окей, и твои консультанты, твои знакомые, твои друзья будут хорошо работать, то они получат свой бизнес. Через какое-то время у них будет полноценный бизнес. Потому что система Active Sales Group выстроена так, что изначально это работа на себя, потом это предприниматель, ну, изначально работа на кого-то, да, по договору, на дядю, потом это на работа на себя, потом это уже бизнес, потом это инвестиции, каждый этап ты проходишь. Здесь ты можешь получить бизнес. Думал ли я 8 лет назад, что это будет моим бизнесом, и я буду получать с этого деньги, и это будет меня кормить? Нет, конечно. Но так выстроена карьера и система, то, что в конце концов я к этому пришел. Они получат свой бизнес под ключ, который, более того, передается по наследству, если что. То есть, если вдруг с тобой что-то случится или тебе надоест, ты можешь просто отдать в бизнес все деньги, и все будет окей. Его не могут отжать, но ты можешь отдать. Это очень правильный бизнес. Если они будут работать как все, то замечательно. Они будут получать хорошие деньги, отличный опыт и постоянную скидку на косметику. Вы, наверное, знали и знаете, что сейчас у вас постоянная скидка на косметику, там 18-20%. Просто потому, что вы уже являетесь консультантами компании Oriflame. Если они будут работать плохо, ну, какие-то деньги они получат, да, там, если без договора или с договором, ну, не выполнят, получат хороший опыт и постоянную скидку на косметику, аналогично. То есть выигрывают все. И если они будут совсем, все равно плюсов больше, чем минусов. Ну и при любых раскладах это беспроигрышная лотерея. Ты засунул руку в лототрон, вытащил, работают плохо, его, вот этого. Без разницы, товарооборот какой-то есть, какие-то деньги, опыт, весело и скидку на косметику получил. Ты тоже с этого что-то получил. Если засунул, вытащил бизнесмена, да, там, будущего, то поздравляю. Вот так работает дуплицирование. Потому что минусов как таковых именно вот для него никаких. То есть ему ничего не надо делать, единственное, дать логин, пароль свой от контакта. И для него надо объяснить, пояснить ему вот эти три момента и сказать, смотри, это беспроигрышная лотерея для тебя или твоих людей. Ну и пятое, да, пятое действие, что делать? Все, берем бэкап. Мы ему объяснили, все продали, он все понял, я все понял, все счастливы и здоровы. Берем ВК. Как брать ВК?
После этого говорит: слушай, сейчас единственное, что мне осталось сделать, это выполнить за тебя всю работу, тебе делать ничего не надо, я все сделаю сам, потому что я знаю, что там, если будешь делать ты, будет через задницу, потому что у тебя опыта как такового нет, и ты будешь думать, кому там писать, что делать, что не делать. Я сделаю все красиво, и ты время даже не потратишь. Вот тебе ноутбук, если лично встречаетесь, давай, заходи, вот, давай, ВКонтакт, заходи, логин, пароль. Если онлайн, говорит, скидывай прямо сейчас смс-кой логин и пароль от ВК, я все сделаю сам. Рекомендую смс-кой или в том мессенджере, где нельзя удалить сообщение. Потому что бывало такое, что он отправляет, ты не успеешь продублицировать, потому что у тебя очередь, он потом отправил сообщение и удалил, и такой: ой, это я передумал, и у меня это, у меня то. Или, да, если так не получилось, спросите у наставника, как это можно делать. Вариантов закрытия на скидку логина и пароля ВКонтакте их много. Например, если он по договору работает, то в договоре есть пункт выполнять любые рекомендации и уставы, указания вышестоящего руководства. Соответственно, вы можете сказать: ну, ты обязан выполнять эти рекомендации, ты логин, пароль, ВК. Это второй вариант. Есть третий вариант, говорить: хорошо, не хочешь мне скидывать пароль от контакта? Хорошо, я тебя понял. Значит, тогда я сам пропишу всех твоих знакомых со своей страницы. Скажу, что ты здесь работаешь, и если они придут, точнее, если, когда они придут и подпишут, я их тебе не дам. Я их заберу себе. Почему? Потому что я все сделал. Так, если с твоей страницы, типа, ты делал. А если я, ну, я всех себе заберу. Ну, вот это вот третий работает безотказно в большинстве случаев. Они говорят: ладно, давай. Бывали ли те, кто отказывал? Да, бывали. Реально прописывал просто свои страницы. И всех их друзей, они приходили, подписывали, оформлялись. Ой, какие недовольные были консультанты. Я говорю: ну, а надо было раньше. Головой надо было думать. Ну, и плюс объясняйте, вариантов для продажи всего этого много. И для вас тоже. Или вы дуплицируете себя и своих консультантов, или ваши знакомые и знакомые консультанты будут работать в других командах. Видел ли я такое? Видел много раз. И среди своих знакомых я тоже видел. И ой, как было больно, когда ты думаешь: сука, почему он работает там? Почему он работает в той структуре? Почему ты его не пригласил? И такой: ой, а я думал, что ему работа не нужна. Индюк тоже думал, поэтому приглашайте всех. Вариантов с закрытием, как на ВК брать, я думаю, рассказал. Плюс еще раз у вас руководитель, который все поможет и расскажет. Действие. Переходим к практикуму. Надеюсь, вы все записывали. Еще раз, камеры не выключайте. Кто выключил, включайте. Надо понимать, что вы все делаете, у вас все хорошо, вам же сертификаты еще получать. С действиями детально. Это будет все в шаблонах, но я хочу, чтобы вы поняли и какие-то вещи записали себе, потому что я буду буквами объяснять, а в шаблонах, к сожалению, не будет того, как я объясняю буквами. Надеюсь, все видно, и надеюсь, видно не хреново. Нулевой пункт – это доверие. Что нужно сделать? Когда вы зашли на страницу ВКонтакте, делаем сторис. Желательно именно с ним, с этим человеком, с его фотографией, можно вместе, если вы вживую встречаетесь. И запиливаем, выкладываем. Меня не взломали, это я. Потому что чаще всего говорят: ой, тебя взломали, еще что-то, сейчас кому-то бабки переводить, еще что-то, почему, и так далее. Делаем сторис, чтобы все поняли. Есть еще дополнительный момент доверия. Можно сразу же записать аудиозапись самому себе ВКонтакте, да, чтобы он записал. Типа: слушай, не, привет, меня не взломали, это я, мой голос, все хорошо, просто реально знакомые, ну, типа, нужны. Сторис и аудио в совместке работают офигенно, все тебе доверяют и не задают вопросы: а в каком году мы с тобой познакомились, а какого цвета трусы я тебе подарил и так далее. Первое. Вступаем в группу о работе директора. Перевожу. Это мой список того, что я делаю, когда нахожусь на странице у консультанта. Все пункты, они имеют логическое завершение, они для чего-то здесь. Я не просто так для красоты. Вступаем в группу о работе директора. У вашего настоящего директора есть группа о работе ВКонтакте. Со страницы контакта, страницы консультанта нужно туда вступить. Это пример мой шаблон, да, это моя группа, у вас она будет своя. Вступили. Второе. Ставим статус. Вот просто копируем и вставляем. Ставим статус консультанту. Нужна работа, пиши мне в ЛС. Дополнительная конверсия. Даже те, кто у него не в друзьях, или кто не прочитает, или случайно зайдет на страницу, если интересуется, напишет. Видел я такое, видел и не раз. Сохраняем. Третье. Ставим ссылку на группу о работе директора. Заходим в, там наверху есть «Редактировать», дальше «Контакты» и «Личный сайт». В личный сайт вставляем ссылку на группу директора. Зачем, почему? Аналогично. Это остается, сохраняется на странице, и люди просто переходят в эту группу, и там могут читать в вакансиях, вставлять заявки, дополнительный поток. Сохраняем. Четвертое. Ставим место работы. Заходим аналогично в «Редактировать», «Карьера»,
место работы и выбирая в предлагаемых группах группу директора. Демка будет по всему этому. Она, конечно, старая, но она будет там потом видео. Ну, в любом случае, даже если старая поможет, если не поможет, у вас будет домашнее задание продуплицировать человека вместе с директором своим. Разберете. Главное, чтобы если сейчас есть у вас вопросы, записывайте их. Ну и это, еще раз, камеры. Камеры. Сохраняем. Пятое. Делаем репост шапки. Who is it? Шапка — это верхушки страницы, закрепленная запись. Самая основная. Заходим на свою страницу. У вас должна быть ВКонтакте своя запись, закрепленная в шапке, типа хоп, хэллоу, есть работа, пиши в личку. Заходим на свою страницу, репостим запись к консультанту и закрепляем. Шестое. Переводим подписчиков в друзья. Вот это важно записывать все или по шаблону потом действовать, потому что все эти пункты сразу вы не запомните. Да и я тоже периодически с ними сверяюсь, потому что пунктов много, и они все еще раз чего-то значат. Ты делаешь репост шапки, ты получаешь дополнительный поток. У меня есть консультанты, у которых шапка стоит с 2013, с 2014 года, ну, короче, с таких бородатых годов. Они просто не удаляют, им похер. То мне до сих пор оттуда пишут люди. Друзья... Заходим в заявки в друзья и пальчиками, если мы делаем это все без бота, добавляем всех активных подписчиков в друзья. Почему? Потому что подписчики это люди, которые могут, которым может тоже интересно работать. Седьмое, отправляем сообщение всем друзьям. Как это делается? Заходим, когда вы перевели подписчиков уже, заходим в друзья, тыкаем Ctrl или на маках Command и левую кнопку мыши на написать сообщение, вот так вот открываем там. Пока у вас не будет лагать ноутбук. Обычно это 10-15 сообщений. У кого машины мощные, можно до 50. Кстати, сейчас не знаю, до 50 можно или нет. Вот сообщение. В шаблонах будет, просто копируйте его. Читаю, объясняю. Привет, я тут на работу устроился. Не меняйте. Почему? Потому что если вы отправляете девочкам, придется менять... Если ты отправляешь, да, страницы консультанта девочки, тебе придется менять... Я тут на работу устроилась. Если с мальчика, что я на работу устроился. А тут универсально. На работу устроился. Типа опечатка и почти устроился и устроилась. Поэтому не меняйте. Со свободным графиком и хорошим окладом. Мой руководитель попросил узнать, есть ли у тебя знакомые, ну, у меня знакомые, кому работа-подработка нужна. Про работу-подработку тоже оставляйте, потому что я видел большой контингент людей, которым работа не нужна, но на подработку они были согласны. Но если не предлагать подработку, они не соглашаются, и наоборот. Обещал бонус, если приведу хороших знакомых сотрудников. Да, ну, что такое, что за бонусы, вы знаете сами. Человек работает, все получают деньги. У тебя есть знакомые, кто хочет денег заработать? Все просто. У ваших знакомых могут быть тоже знакомые. Это если вы себя дуплицируете. У консультанта могут быть тоже знакомые, кому нужна работа. И вам просто будут скидывать ссылки, у вас большое количество потока. То есть это реально физически теплое, офигенное рекрутирование на около сарафанном радио, типа техники познакомиться. Посоветоваться. Все, всем сначала мы всем отправляем сообщение. Всем отправили сообщение, дальше отвечаем на эти сообщения по примеру ниже. Пример ниже будет чуть позже. Как ответили на все сообщения... Это обычно тоже где-то около 20 минут, там короче, все дуплицирование занимает где-то около получаса, зависит от, еще раз, того, сколько там друзей, как много сообщений. Я один раз дуплицировал человека, у которого было 10 тысяч друзей. Я дуплицировал месяц, по-моему, потому что там лимит на отправку сообщений было всего. Не помню, как я не запутался или запутался, короче, до хрена было. Ну, я не помню, сколько тут пришло, но 10 тысяч знакомых, вы сами понимаете, это, грубо говоря, у тебя ты обеспечил себя рекрутированием на несколько каталогов или месяцев. Как ответили на сообщение, со страницы выходим и начинаем дуплицировать следующую страницу. В следующий раз заходим на эту страницу вечером. То есть вы продуплицировали, ответили на сообщение, консультанту говорите, на сообщение не отвечай, забей болт. Я зайду, сам все отвечу. Они начнут отвечать, будут делать через жопу. Вы продуплицировали, ответили на сообщение, вечером зашли и еще доответили сообщение. Одна страница дуплицируется 2 дня. В один день продуплицировали, вечером ответили. На следующее утро проснулись, ответили, вышли, вечером ответили, все. На вечер 2-го дня отдаем страницу владельцу с фразой, которая есть в шаблонах ниже. Это я сейчас покажу. Соответственно, вот так выглядит дуплицирование. Скорее всего, что-то непонятно, поэтому запишите вопросы. В конце отвечу. Это... Ну вот коротко о главном, да, по поводу ответов на вопросы и шаблонов, что писать. Первое сообщение, тут все просто, я уже вам его сказал. Если человек
спрашивают, что за работа, вот вам шаблон. Напиши моему руководителю, ссылку такую сохраняйте, только, естественно, свой ID вставляйте, потому что эта ссылка сразу не на страницу, а на личные сообщения. Тебе все подробно расскажут о вакансиях, ответят на вопросы, обязательно скажи, что от меня успех в трудоустройстве. Если говорят, есть знакомые, скинь, пожалуйста, ссылки людей, кого работа может заинтересовать. Заранее спасибо. Это все бинды. Ctrl-C, Ctrl-V или пункта свитчер или на Mac клавиатура текст. Окончание беседы. Если не сложно, заранее большое спасибо за репост первой записи. То есть мы узнаем про знакомых, и мы делаем репост. Но если нужна работа, сразу переправляем. Не надо со страницы консультанта объяснять, что за работа. Потому что если вдруг его забанят, или он скажет, что «Ой, идите нафиг, я не буду, не хочу» и так далее, вы просто просрете трафик. Поэтому всех отправляем на свою страницу. Как говорят некоторые «fuck you», тоже ответы на вопросы. «Fuck». Знакомых нет, но мне нужна работа. Напиши руководителю, все подробно расскажут. Знакомых нет. Спрашиваю, нужна ли ему работа. Будут... Некоторые консультанты писать, знакомые консультантов писать, типа, я не хочу никому писать, ты мой знакомый, давай сам расскажи. Тоже держите шаблон. Тут все просто, да, ты работаешь исключительно по шаблонам. От себя тебе написать не нужно, поэтому время много не тратится. У меня мало времени, сейчас очень занят получением бонуса, но думаешь, пишу руководителю. Что за бонус, там в первом сообщении было написано. Когда закончили, вот это вот, очень важно, да, выделить для себя, записать, запомнить, это вот то, что было в скрытых ошибках, не давать задачи. Когда закончили со страницей, вы со своей странички отправляете ему, консультанту, сообщение. Привет, закончил с твоей страницей, дальше сам. Если люди будут спрашивать, что за работа, копируй им это. Все. У него все есть, все по пунктам, все записано. Он добавит это сообщение важное, добавит данное сообщение важное, чтобы потом его долго не искать успех. Все. Вы все сделали, и будет остаточный поток прилетать вам еще в течение большого времени. Главное, дать ему инструкцию, что делать. На этом, в принципе, все. Вот вам элемент дуплицирования. Сложно? Не знаю. Выхлоп есть, да, я уже говорил, я на этом директорские группы строил. Коротко еще по примерам дуплицирования. Да легко, у Владимира Олеговича Ястреба двое знакомых, которых он сюда пригласил. Один заработал на загородный дом, другой на однокомнатную или двухкомнатную квартиру в Питере. Дальше перечислять, пожалуйста, из тех, кого, может быть, знаете. Владислав Гусаченко, Яков Кобызев. Это все по знакомству, и выстраивали структуру у них по знакомству. Дальше перечислять, да я могу не останавливаться просто со всем этим. Например, да, у меня там несколько директорских групп, Максим Агишев пришел в свое время по знакомству, просто потому что ему знакомый сказал, приходи сюда. Потому что я спросил, есть ли знакомые. Дальше продолжать, да, можно никогда не заканчивать с тем, то, что ты перечисляешь. У вашего вышестоящего руководителя тоже истории, дофига на тему дуплицирования. Это классный метод, который, грубо говоря, бесплатно, без особых затрат времени, приносит вам большой толк и результат. Более того, результат, еще раз, он будет пролонгированно продлеваться будет. Просто потому, что вы закрепили там шапку, вы поставили группу, вы сказали ему, вон, отправляй сообщение мне и так далее. То есть это все еще будет вас нагонять. В этом большой плюс. Ну и по ссылкам, да, чего дальше делать, перед тем, как на вопросы начну отвечать, запишите себе ссылки. Это я, если не записали. Все вопросы можно сюда. Что-то будет непонятно, но логично сюда. Шаблоны. Перепишите себе, только регистр сохраняйте, потому что если вы не сохраните регистр, то вам может выдать другой сайт. Я эти ссылки в чат не буду скидывать, поэтому переписывайте или скриншотите. Шаблоны — это все, что я вам сегодня сказал. Какие там шаблоны найдете? Первое. Шаблон дуплицирования, да? Действие. Как по действиям, то, что мы до этого с вами смотрели, все действия по дуплицированию. И вы там найдете ответы на вопросы, что писать, если что-то спрашивать. Вопросы проверочные. Это для вас поступение, что вы внимательно слушали, не выключали камеры. У меня в любом случае установка есть. Я уже записал, кто начало был вовремя, кто позже приключился, кто выключал. Камера, тем более видеозаписи этого мероприятия есть. Поэтому вам остается ответить только на вопросы. Если все будет хорошо, ступень засчитается вам для получения вашего сертификата. Зачет у вас не зачет по ступени по вопросам, спросите у руководителя своего, думаю, где-то через час после того, как вы ответите на вопрос.
бонусной части. Не должен этого делать, но имею право, поэтому запишите себе гайд, как дуплицировать. Видео старое, года, наверное, тоже 16-го, но оно актуально по сей день. Единственный интерфейс контакта мог поменяться. Там, как я дуплицирую, что я делаю. Вот все, что я вам сегодня объяснил, там я это показываю. Кстати, в самой презентации того, что вы сейчас записывали, информация обновленная, потому что, ну, на дворе не 2016 год. А там может что-то быть по-другому, но логику вы поймете. Самое главное, скелет там тот. И гайд, как отвечать на сообщения после дуплицирования. То есть гайд, как продуплицировать все эти действия, просто видеозапись, чтобы вы видели, как это делается. И гайд, как отвечать на сообщения после дуплицирования со всеми шаблонами, с биндами и так далее. Вот это ссылки, которые вам сейчас нужны. В принципе, все, что я хотел сказать по дуплицированию, я сказал. Метод классный, дуплицировать надо в первые 2 дня. В принципе, у вас все записано. Если вы не дуплицируете, поздравляю, вы теряете поток, теряете людей, теряете деньги. Не рекомендую терять деньги, дуплицирование, наоборот, поможет их найти. Ну и консультанты у вас становятся более счастливыми и зарабатывают больше. Вот, на этом спасибо. Надеюсь, был исчерпывающий тренинг, в целом мероприятие. Вопросы, которые вы записали, я начну на них отвечать чуть попозже. Больших успехов вам в дуплицировании. Надеюсь, у вас все получится. Сейчас мы с вами делаем перерывчик, буквально минутка-три. Я, возможно, уже переодеться успею. Ну ладно, в общем, минутка-три. Сейчас у вас перерыв. И встречаемся здесь, я включу вам звук, можно будет ответить на вопросы. На этом, да, основная часть мероприятия закончилась. Всем спасибо, у кого нет вопросов, до новых встреч. С вами был Артем Андреевич Уткин. Пока-пока.